LG сфотографировался с полуголыми моделями. И подписчики пишут: быстро Настюху забыл. Он сфотографировался с... принял участие в фотосессии фотографа агентства Саши Сахарной. И подписчики посмеялись над ним, что он, вероятно, решил позлить бывшую жену. А чего он должен позлить, когда сама Настя Ивлева после развода была на дне рождения у Галкина и на свадьбе у Моргенштерна? Ей можно, а ему нет. И еще она ездила на за границу, где-то отдыхала с какой-то девицей, полуголые там фотографировались в обнимку. Как и отвратительные фотографии были. Так что говорить, что он забыл Настюху или нет? Каждый занимается своим делом. В шоу-бизнесе ловят хайп. Так что они друг друга стоят. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.